Сегодня большой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Ангелина Ивановна Тарасова. С 90-летием именинницу поздравляют многочисленные гости. Наш телеканал «Север» тоже присоединился к их числу. В военное время, конечно, было страшно. Бомбили очень, потому что близко Москва и выход в море. Так очень хотел немец захватить Архангельск. В годы войны Ангелина Ивановна служила в гидрографическом отделении Беломорской военной флотилии. Хрупкая девушка в составе одной из бригад разгружала корабли с военной техникой и снаряжением. А после службы несла ночные дежурства на крышах домов родного Архангельска во время налетов вражеской авиации на город. Тушила фугасные снаряды. У нас в каждом доме была вода, песок, и мы где чего, все идет. А если у кого сильнее горит... Когда война закончилась, Ангелина Тарасова переехала в Наринмар. Более 40 лет своей трудовой деятельности она посвятила Наринмарскому морскому порту. Сегодня именинница встречает у себя в доме многочисленных гостей. Приехали поздравить юбиляра со столь знаменательным юбилеем председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов, заместитель главы региона Михаил Васильев, представители мэрии и исполнительных органов власти. Ангелина Ивановна, от имени губернатора хотел бы вам вручить... Значит, юбилейную медаль. Вот. Также поздравительный адрес президента Российской Федерации и приветственный адрес лично губернатора. Долгих лет. Да, и букет цветов. С праздником. Когда важные гости уйдут, ближайшая подруга Ангелины Ивановны, Эмма Андреевна Ершова, распечатает конверт из Кремля и в семейной обстановке зачитает письмо от президента Российской Федерации. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества. Несмотря на трудную, насыщенную боевым и трудовым прошлым жизнь, Ангелина Ивановна в превосходной физической форме. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, именинница отвечает. Здоровье. Да, вот и... Ага. Еще много спортов занималась, конечно, я. И бег, и на лыжах, и прыжки в длину, и в высоту. Поэтому еще мне так много дало здоровья. Спортом-то много занималась. Здоровья вам, уважаемый наш юбиляр. Бодрости, внимания и любви со стороны окружающих. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».